23 сборные военных лыжников выявляют сильнейших в гонке по трем соревновательным дисциплинам. Среди участников 6 мастеров спорта по ски-альпинизму и более 10 кандидатов в мастера спорта. На первом этапе спортсмены состязаются в индивидуальной гонке, включающей 4 подъема по размеченной трассе и 4 спуска по маркированной трассе. На втором этапе выявят лучших в вертикальной гонке по подъему с набором высоты до 1000 метров. Завершающий этап – командная гонка, включающая 4 подъема по размеченной трассе и 4 спуска по сложным неподготовленным склонам. По результатам этого турнира будет определен костяк сборной страны на 3-е зимние военные игры 2017 года.